Нарушили права бизнесменов. С 1 сентября прошлого года, после принятия нового закона, индивидуальным предпринимателям нашей области компания «Севкасэнергосбыт» выставляла счета за электроэнергию как физическим, а не юридическим лицам, в зависимости от объемов потребления. Тариф получился выше, это привело к неравной конкуренции, увеличению затрат малого бизнеса и к росту себестоимости выпускаемой продукции. Нужно отметить, что расчет неправильно делали не все. К антимонопольщикам за защитой интересов бизнеса обратилось руководство региональной палаты предпринимателей. 14 февраля в адрес товарищества «Севкасэнергосбыт» вынесли уведомление по факту нарушения законодательства республики в области защиты конкуренции. Новое исполнение уведомления ТО «Севкасэнергосбыт» необходимо было в 10-дневный срок устранить указанное нарушение, то есть произвести перерасчет индивидуальным предпринимателям по среднеотпускному тарифу как для юридических лиц. 1 марта ТО «Севкасэнергосбыт» информировала департамент об исполнении уведомления. Таким образом, 903 индивидуальным предпринимателям был произведен перерасчет на сумму более 40 миллионов тенге.